Всем привет, дорогие друзья, с вами Уложка, и сегодня мы продолжаем рассматривать моды к игре Майнкрафт. И сегодня у нас мод, с помощью которого вы сможете добавить из игры Half-Life 2 гравити-пушки, которыми вы сможете пулять как мобов, так и блоки. Как видите, здесь присутствуют два типа гравити-пушек. Вы, наверное, уже многие играли в Half-Life 2 и знаете, чем же они отличаются. Ну а те, кто не играли, я поясню. Синяя пушка может отталкивать как мобов, так и блоки. А оранжевая пушка может отталкивать только блоки и только блоки. Давайте я как раз таки вам и покажу, каким образом отталкиваются мобы, а потом блоки. Мы подбираем свинюшку и толкаем ее, например, вверх. Нет, я не нажал правую кнопку мыши, сейчас я нажму правую кнопку мыши, она как подлетела, мы ее хватаем, нет, не успеваем мы ее схватить, она умирает, это очень плохо. И давайте прямо сейчас мы попробуем кинуть обсидиан. Да, мы кидаем обсидиан в портал в ад, и прямо сейчас попробуем дополнить наш портал в ад недостающим блоком. И хрыщ, нет, но вы, наверное, многие заметили то, что в этом моде присутствует физика. Вы заметили то, что обсидиан, когда я его кинул в портал в ад, отлетел? Вот, как видите, это действительно присутствует, то бишь физика. Охренительный мод, советую всем его скачать, достраивать свои порталы в ад, а не рубить алмазной киркой один обсидиан целых 10 секунд. Крафты вы, если что, видели, и давайте прямо сейчас мы попробуем словить нашу свинюшку. Хрыщ, давай, я словлю тебя, я словлю! Да, я спас тебя, свинюшку. Уху! Это очень круто. И, собственно, вы сможете подталкивать абсолютно любых мобов, кроме эндер-дракона и эндермена, собственно, как и в прошлом моде. И на этом я с вами прощаюсь, и если здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Уложка, всем удачи, всем пока!